Клуб «Сервалюкс Агра» стал уладальником открытого Кубка Могилева по мини-футболе. У турнира приняли удел больше за 50 команд с Могилева, Славгорода, Шклова и Быхова. За вырашальным матчем сезону назирал Илья Соболев. По выниках полуфинальных поединков стало вядома, у Кубка Могилева по мини-футболе будет новый уладальник. Переможца двух опошних розыгрышев друг Чормец спынил борьбу за трофей. У головным же матче сустрелись «Сервалюкс Агра» и «Локомотив». По традиции финал прошел на головной арене города у спорткомплексе «Олимпиец». Шматликих глядачов чекала упартое и цікавое супредстояние. Заступаючи по ходу матча 0-2, «Сервалюкс Агра» изменил ход сустречи и у вынику святковал волевую перемогу. 4-2. Ну это же мини-футбол, во-первых, поэтому тут 2-0, 3-0, 4, тут всегда можно собраться, излагаемое. Как и в любом турнире, в любой победе, это коллектив плюс желание и немножко везение. У нас команда уже не молодая, но где-то за счет опыта, за счет самоотдачи мы все-таки переломили. Да, может, спасибо всем, кто пришел поддержать сегодня нашу команду. Очень было слышно болельщиков. Прежде всего, это первый для нас трофей в мини-футболе. Как бы мы были призерами чемпионата. Как бы доходили не раз до полуфинала, но финала Кубка города по мини-футболу у нас не было такого в нашей коллекции. Вот теперь он появился, мы счастливы. Напереди у аматорских команд Могилева матчи чемпионату города. С его переможцем «Сервалюкс Агра» у наступном годе позмагается за суперкубок Могилева. Илья Соболев, Миколай Соболев, новини региона.